На сцене Театра православного творческого объединения «Мир» состоялась премьера спектакля «Метель» по повести Александра Сергеевича Пушкина. Билеты на мероприятие разобрали через сутки после размещения объявления. Пришли дети, школьники, родители, пенсионеры, а перед ними выступали участники студии «Образ», саровчане, которые любительски занимаются театральным искусством. Игра актеров, несмотря на то, что они любители, тем не менее складывается ощущение, что они уже давно занимаются, по крайней мере, не профессионалы, но видно, что люди отдают себя спектаклю и действиям, эмоциям, которые происходят. Домашнюю обстановку изображал столик с самоваром и сундук, парк усадьбы, ветви в руках актеров и свистульки, имитирующие пение птиц. А метель актеры изображали с помощью динамичных движений, голоса, света и музыки. Шикарное платье актеров, соответствующее эпохе Пушкина, приковали к себе внимание зрителей. Мне понравилось, что все они вели себя естественно, непринужденно и артистично. И еще декораций никаких не было. А все понятно было. То есть вот это вот замечательно. Это, наверное, находка все же режиссера. Это уже вторая постановка студии «Образ» под руководством режиссера Ирины Семенчук. Первый спектакль «С любимыми не расставайтесь» проходил 2 года назад. И за это время самодеятельные актеры профессионально выросли. Это такая студия, в которой происходит еще и обучение параллельно. Первый спектакль мы сделали «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Володина. И там мы работали над характером, характерностью. В этом спектакле мы в основном занимались сценической речью, художественным словом. Да, а на каком материале, как не на Пушкине, это всего лучше осуществить. В феврале отмечалась 186-я годовщина со дня трагической гибели поэта Александра Сергеевича Пушкина. И в память об этом в завершении спектакля актеры исполнили песню Светланы Бень «Черная речка». Какая встреча, такой привет, черная речка, черный пистолет, на снегу два человечка, хлопы одного уже нет, 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 нет.